Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 апреля. Память преподобного отца нашего Мемнона, чудотворца. Преподобный отец наш Мемнон от юности своей посвятил себя на служение Богу и соделался чистым жилищем Духа Святого, ибо он покорил плоть свою духу, умертвив страсти телесные многими и тяжкими трудами. Святой Мемнон был поставлен начальником над монахами, игуменом. По причине своего равноангельского жития он восприял от Бога обильный дар чудотворений, исцелял неизлечимых больных, творил также много и других чудес. Так, например, на сухом месте по молитве святого появился источник воды. Весьма часто он избавлял от потопления корабли, застигнутые сильным морским волнением и уже утопавшие. Отгонял саранчу, во множестве прилетевшую в ту страну и пожиравшую все плоды и травы. Совершал много и других преславных чудес, ради чего и был наречен чудотворцем. Так, в течение многих лет, подвязаясь в постничестве и угодив Богу своим добродетельным житием, Мемнон отошел, радуясь ко Господу, которого он возлюбил всем сердцем своим. Не только при жизни своей, но и по смерти святой творил многоразличные чудеса, ибо от гроба его подавались исцеления болящим. И одним только призыванием имени святого прогонялась саранча и разрушались всякие козни духа нечистого. Так прославил своего угодника Бог, славимый во святых своих вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.